Всем привет! На этот раз нам пришла посылка из Китая, и это пленки для iPhone 4S и 4G. Ценность посылки составила 46 центов. Отправлена была 24 октября, пришла она нам 17 ноября. Давайте посмотрим. Так, я так понимаю, некоторые пленки приклеены к коробочке. Очень, как-то, мне кажется, неудобно. Вот так. А, нет. Вот так. Ну, еще, например, вот так вот выглядят эти пленки. Насколько я помню, заказывали мы глянцевые пленки. Нам они очень понравились. По использованию стойкие царапины. В наборе у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Конечно, не очень хорошо, что они без какой-то лишней упаковки, просто вот так положены и все. Здесь помечено, какая сторона липкая, какая сторона чистая, соответственно. В принципе, посылкой вполне довольны. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Всем пока!